11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарья Козлиева. Анна Лапшина. Всем здравствуйте. Мы сегодня работаем в прямом эфире. Работаем, как обычно, 2 часа с 11 до 12.45. Пожалуйста, звоните. Номер телефона 211-101. И по первой, и по второй теме мы звонки будем принимать. Начнем, наверное, со второй темы, о том, о чем будем говорить с полудня. Да. Поговорим о том, что открываются торговые центры потихонечку, пока те магазины, которые меньше 400 квадратных метров, что нам немного с Аней непонятно, но об этом позже. Соскучились ли вы по общепиту? Хотите ли уже посидеть кафе где-нибудь в кафешке, попить кофейку, пройтись с друзьями, я не знаю, вечером где-то посидеть? Да. До сих пор все закрыто. Мы будем спрашивать вас, слушатели, во-первых, да, как вам в вашей жизни этот факт, он мешает вам или все равно совершенно? Я тут, кстати, просто вспомнила, что накануне правительство должно было совещаться по этому поводу с Роспотребнадзором, и я пока не видела никакой информации, по общепиту, к чему они там информации пришли. Нет. Мало того, сейчас, насколько я понимаю, вот возле правительства здесь у нас по соседству пикетчики стоят, вот общепиты как раз, вот одиночные пикетчики, которые периодически выходят. Ну, в общем, об этом с 12 часов, 211-101. И есть у нас опрос. Опрос в нашей группе ВКонтакте. Это займет некоторое время, да? Ну хорошо, да, даже сейчас его откроет. Опрос наш как раз касается кафе, поэтому, пожалуйста, в нашу группу. Ну, собственно, он очень простой. Мы спрашиваем, открывать ли общепит. Да или нет. И там огромное количество проголосовавших, на самом деле около 1500, и более 1000 человек говорят «да». Вот я надеюсь, что все эти люди сегодня после 12 часов, ну, часть из них хотя бы пробьются в наш эфир и свои аргументы нам предложат, ну, и мы будем тоже связываться кое с кем. В первом часе мы будем говорить о новом налоговом специальном режиме, который будет действовать в нашем регионе с 1 июля. Законодательное собрание на прошлой неделе утвердила его. Это так называемый налог на профессиональный доход, самозанятый. Да, проще говоря, кто может воспользоваться этим режимом, как на него переходить или как там подключиться к нему. Как разобраться, что выгоднее остаться, например, ИП, да, или стать самозанятым, если вы уже зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. На самом деле, тут нашла, кстати, как раз новость, она вчерашняя, о том, что президент Владимир Путин подписал закон о поддержке самозанятых. Им предоставили такие же меры господдержки, которые получают малый и средний бизнес. Вот я не успела ознакомиться с текстом законопроекта, то есть не совсем понимаю, это вот те меры, которые сейчас там по коронавирусу, по карантину. Вот, попробуем там тоже. Ну, я не знаю, касается ли это кировчан, видишь, кировчане уже только-только переходят, то есть они еще пострадать-то не успели, как малый и средний бизнес. Посмотрим. Будем связываться сегодня и с представителями Министерства экономического развития, и с депутатами законодательного собрания, и с экспертами отрасли. Попробуем понять, а есть ли минусы какие-то еще? Ну, и смотри, да, по поводу кировчан, ты говоришь, которых не касается, на самом деле касается, потому что... Меры поддержки. Коснуться, скорее всего, части кировчан, потому что, насколько я знаю, по прошлым эфирам, когда мы немного затрагивали уже этот законопроект перед тем, как его ЗАГС-собрание обсуждало, часть кировчан ушла в другие регионы. То есть они зарегистрированы в тех регионах, где этот налоговый режим уже действует. Были пилотные регионы, да. То есть, соответственно, если эти меры господдержки касаются вот всех вот этих карантинов и прочего... Может быть, коснуться может быть, их. Да, коснуться может быть, и коснуться кировчан. Их. Ну, кстати, про ушедших мы тоже поговорим. Попробуем понять вообще, вернутся они к нам обратно или нет. И есть ли вообще смысл возвращаться? Ну, я как понимаю, смысл есть. Нам расскажут об этом эксперты, да, зачем это нужно. Там все связано с тем, что все-таки ну, как бы при регистрации в другом регионе лучше и работать в этом же самом регионе, где ты зарегистрирован, потому что иначе могут возникнуть к тебе вопросы, почему ты не ведешь основную деятельность там по месту регистрации. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, нам это пояснят люди, с которыми мы будем связываться. Вообще, на самом деле, конечно, интересная история, ну, потому что с того времени, когда появилась информация о том, что в Кирове на заседании ЗАГС-собрания этот спецрежим будет утвержден, мы нашим экспертам задавали вопрос, хорошо или плохо это, и пока в целом и общем говорят, что да, хорошо, что у нас появляется такая возможность, вот, но это без подводных камней, то есть подводные камни возможные мы не обсуждали. Там есть какие-то такие важные нюансы, да, которые люди, которые этим спецрежимом захотят воспользоваться, должны учесть. Ну, мне кажется, знаешь, все подводные, как ты говоришь, камни, скорее всего, связаны с тем, что в это придется вникать, этим нужно будет заниматься, то есть все равно какие-то действия придется совершать.
То есть, когда ты находишься в серой зоне и никак не контактируешь там ни с налоговыми органами, не делаешь добровольно или обязательно никаких там отчислений в пенсионный фонд, то есть тебя это просто не касается, да? То есть, если ты сейчас захочешь это сделать, этим придется заниматься. Лариса Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, с нами на связи. Лариса Юрьевна, добрый день. Добрый день. Добрый день, Лариса Юрьевна. Ну вот мы вас попросим рассказать, просто чтобы мы тут не запутали слушателей, все-таки, что это за специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Давайте сначала вот общие какие-то вещи, да, а потом уже по вопросам пойдем. Налог на профессиональный доход – это так называемый экспериментальный налоговый режим. Называем его регистрация в качестве самозанятого. Тоже, наверное, уже многие слышали о том, что данный налоговый режим экспериментально был введен впервые с 1 января 2019 года в 4 субъектах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. С 1 января 2020 года подключились еще 19 регионов. А уже с 1 июля 2020 года есть возможность подключиться к Кировской области к этому режиму. То есть соответствующий закон на территории региона 364 ЗО от 29 мая 2020 года был принят. И такой налог с 1 июля вводится. То есть это возможность физическому лицу выбрать такой режим налогообложения, как налог на профессиональный доход. Лариса Юрьевна, а отличается ли региональный закон чем-то от федерального, от рамочного? Есть какие-то тонкости, нюансы? Нет, он очень простой. Говорит о том, что он просто вводится с 1 июля 2020 года, а все условия его применения абсолютно идентичны на территории тех субъектов, в которых он действовал в 2019 году, в начале января 2020 сейчас. То есть условия идентичны на территории всей Российской Федерации. Давайте тогда чуть подробнее по условиям. То есть кто может стать самозанятым, кому это действительно будет выгодно? Ну, в первую очередь, это именно физические лица. Физические лица могут и индивидуально предприниматели, не имея своего статуса, стать самозанятым. У таких лиц не должно быть работодателя, не должно быть наемных работников. Сам по себе. А еще, сам на себя работает. А еще в чем особенность, что самозанятым можно стать, получая доход от использования имущества. То есть быть наемным работником, работать в какой-то компании, фирме, но если у вас есть, например, жилое помещение, то доход от использования такого имущества тоже можно облагать налогом на профессиональный доход, то есть быть самозанятым. Ага, ну то есть это касается... Это вот такой нюанс, да. Так, подождите, Лариса Юрьевна, я правильно понимаю? То есть вот мы говорим, ну давайте там приземлимся, да? Например, у человека есть квартира, которую он сдает. Да. Он может зарегистрироваться. При этом он является наемным работником. Да, то есть он платит, как, ну, работодатель за него платит, как за наемного работника НДФЛ в том числе, да. Он может зарегистрироваться как самозанятый, сдавать квартиру как самозанятый и платить с вот этой сдачи квартиры не 13% как бы налога, да, вот этого подоходного, а меньше. Совершенно верно. То есть мы не секрет, что это действительно один из, скажем так, вот цель этого вообще закона максимально помочь физическим лицам выйти из так называемой серой зоны. И не секрет, что многие сдают жилые помещения в аренду и оформляют это договором аренды. Из договора аренды, соответственно, уплата была там 13%. И многие на это не согласны были и, скажем так, официально не регистрировали, и не секрет, что были жалобы от соседей в налоговые органы и так далее, то сейчас эта возможность именно абсолютно легально зарегистрироваться в качестве самозанятого и сдавать в аренду жилое помещение, что закон ограничивает только дом, квартира, комнаты, нежилые помещения здесь уже под налог по самозанятым, под налог на профессиональный доход не подпадают. Ага, Лариса Юрьевна, то есть это касается только тех, кто сдает, получается, недвижимость. А если, например, ситуация, когда, ну, часто бывает, человек, условно говоря, работает где-то в ателье, но это только половина его дохода, потому что вторую половину он получает как самозанятый, потому что там шьет дома, выполняет какие-то частные заказы. То есть в этой ситуации возможности вывести из тени свой второй источник дохода нет, получается?
Или есть? Нет, если он если он является именно наемным работником в ателье, то здесь он самозанятым не может быть. То есть он не должен являться ни самозанятым, ни наемным работником, ни иметь наемных. То есть если на дому просто шьет, такие тоже услуги есть, да, на дому, не находясь в трудовых отношениях с работодателем, то тогда он может быть самозанятым. Если он находится в трудовых отношениях, именно в трудовых, не в гражданско-правовых, тогда он не может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Так, подождите, вы сказали в трудовых, не в гражданско-правовых. То есть, если да. человек работает в ателье и не оформлен там на штатную ставку, что называется, да, а, например, у него там договор подряда или еще что-то, да. то в этой ситуации он может самозанятость оформить еще и на дополнительные заказы или нет? Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть если он работает по договору подряда, по гражданско-правовому договору, он ни с кем не состоит в трудовых отношениях, то он полностью имеет право зарегистрироваться в качестве самозанятого. Угу. Слушайте, а вот давайте мы тогда просто сферы обрисуем, а вот по самозанятости это какие могут быть сферы? То есть вот мы смотрим, да, это понятно, это сдача в аренду недвижимости жилой, да? Это, живой, какие-то, да. это какие-то вот услуги, которые человек это... руками делает? Да, именно собственные услуги, то есть это могут быть косметические услуги на дому, тоже не секрет, что у нас есть, да, услуги и маникюра, и парикмахерские, которые оказываются на дому, здесь можно вполне легально свой бизнес вести и соответствующую рекламу. Это, например, фото-видеосъемка на заказ. Это может быть производство собственной продукции, например, это изготовление каких-то там вязаных изделий, броши, торт, да, на заказ, печь, печенье какие-то. Это даже могут быть юридические консультации. Это не секрет, что многие ведут бухгалтерию на дому, обслуживают несколько компаний. Это тоже получают, и, как правило, там по гражданско-правовому договору, либо вообще никак не оформлены. Здесь возможность, соответственно, регистрировать самозанятыми и оказывать легально эту деятельность. Вот, относится ли... Например, отделочные работы, очень большой сектор отделочных работ, да, электротехнических, поклейка обоев, покраска, там, какие-то ремонтные работы на дому с выездом. Здесь тоже вполне можно зарегистрироваться самозанятым. Люди, которые в интернете работают, попадают в эту категорию? Ну, которые что-то делают дома, там, сайты, например, сами делают, еще что-то. Сайт делает сам, сайт, да. Вот у нас под запрет, скажем так, подпадают посредники, то есть перепродажа товаров в интернете, она не подпадает под самозанятые. Посреднические услуги, в том числе, например, если вы оказываете там риэлторские посреднические услуги по сдаче в недвижимость, это тоже не подпадает под самозанятые. По агентским договорам, если это курьерская служба по доставке товаров, это тоже не может самозанятым. То есть здесь основной нюанс, что физическое лицо само производит товар, работу и услугу и не является каким-то посредником в этой цепочке. И самое главное, что еще тоже условие, доход в год не выше 2 400 000. То есть это в месяц сколько у нас? 120, да, в месяц? Да. 120 тысяч, не больше. А чем именно эта сумма обусловлена? Ну, то есть понятно, что она на федеральном уровне принималась, но что вообще бралось во внимание, почему именно это? И она ведь не отличается, я так понимаю, от региона к региону? Нет, это общее, это в федеральном законе определена вот эта вот максимальная сумма в качестве экспериментального режима, то есть по анализу, скажем так, ну, наверное, средних услуг, средних цен, среднего дохода по различным видам предпринимательской деятельности. Ну, для Кировской области это такая сумма. Нет, вполне, я просто вполне думаю, реальная, что для Кировской области можно, это... можно не вывалиться из этих рамок. Да, да. Ну, например, для столицы, наверное, уже и нет. Ну, вот я не знаю. Для Москвы 2 400 000, конечно, и для Кировской области. Ну, разные виды вещи. Разные. Ага, тогда давайте вот по обязанностям немного пробежимся. То есть есть ли какие-то обязательные там отчисления, кроме налогов, еще что-то, что можно делать добровольно? То есть, насколько я понимаю, вот эти вот страховые отчисления, которые в пенсионный фонд, они полностью на совести самого самозанятого. Здесь вот никаких фиксированных дополнительных взносов нет. То есть есть четко облагаемый доход 4%, если товары, работы, услуги реализуются физическим лицам,
6%, если, например, эти бухгалтерские услуги оказываются юридическим лицам. Сверх этой суммы никаких дополнительных обязанностей нет. Так, то подождите, да, Лариса Юрьевна, прошу прощения, можно я уточню? Точно, да, сразу. То есть если самозанятый работает с физическим лицом, то есть если его клиент, это физическое лицо, то он платит 4%, да. А если это его наверное. Клиент, это фирма какая-то, то он платит 6%. Совершенно верно. А если, например, большая часть это физические лица, а какой-то там 1-2 человека, это вот фирма какая-то, то в таком случае как? Соответственно, с тех сделок, которые пойдут с физическими лицами, он уплатит 4%, а те, которые с юридическими лицами, он уплатит 6%. То есть это еще все учитывать надо будет. Слушайте, а тогда вопрос... Это не надо учитывать. То есть есть приложение «Мой налог», так. Которое скачивается, и здесь как раз автоматически все доходы учитываются. То есть не нужно покупать никакую контрольно-кассовую технику. То есть чек, он как раз будет формироваться в этом приложении «Мой налог», и в чеке будет понятно, физическому лицу он выдан или ООО там... Либо фирме. Либо фирме. Вот, поэтому это будет автоматически, и отчитываться в налоговую не надо. То есть в этом приложении «Мой налог» налоговая сразу же видит доход, который получил, и с него идет 4%, либо 6%. Либо 6%, понятно. Это все происходит автоматически. И вот тоже, наверное, даже скажу, обменивались опытом с коллегами в Татарстане, была на ярмарке, где самозанятые представляли свою продукцию. То есть это и пастила, и какие-то вязаные изделия, и косметические услуги. Там, очень большой спектр деятельности, то есть просто с сотовым телефоном, с мобильным телефоном подходишь, приобретаешь продукцию, тебе сразу же на мобильный телефон самозанятый чек отправляет, и все это автоматизировано, соответственно, налоговая получает информацию, что сделка совершена, и 4% налог. При том, что еще предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. То есть даже можно не 4%, а в итоге 3% заплатить этого налога. Так, налоговый вычет это по той же самой, по тем же самым ситуациям, что и у обычных граждан. То есть это социальные какие-то вычеты, там, если, например, покупка недвижимости, какие-то крупные покупки, да, вот это все можно туда записать. Вы про это? Нет, налоговый вычет это просто уменьшение суммы налога для самозанятых. То есть это тоже такой бонус по закону. То есть, например, за январь месяц самозанятый должен заплатить, получил доход, например, 10 тысяч, и он платит не 4%, а платит только 3%. А на оставшуюся сумму идет налоговый вычет, и пока он так вот не выберет 10 тысяч бонусов. Ладно, с этим мы, честно говоря, немножко запутались, боюсь, что не разберемся. Ладно, это уже более подробная история. Лариса Юрьевна, как-то оценивали уже, сколько денег сможет получить бюджет? Есть ли прогнозные цифры какие-то? С налоговыми органами тесно взаимодействовали. То есть если взять по итогам 2019 года, то есть у нас кировчане, граждане Кировской области зарегистрировались в других регионах порядка 2500 самозанятых и уплатили порядка 3,5 миллиона рублей в бюджеты других регионов. Поэтому, честно говоря, за 2020 год мы рассчитываем, учитывая, что у нас полгода есть, но примерно на эту же сумму и на этом же уровне. Мы понимаем, что это не такие глобальные доходы в бюджет, но цель именно помочь самозанятым занять свою нишу и выйти на, скажем так, серой зоны. Смотрите, Лариса Юрьевна, а есть ли шанс, что те люди, кто ушел, зарегистрировался в других регионах, они теперь вернутся в Кировскую область? Вы на них и рассчитываете, или вы думаете, что те останутся там, а в Кирове зарегистрируются новые какие-то появятся? Мы рассчитываем и на новых, и на те, которые вернутся, потому что какой очень важный момент, то, что самозанятые ждали. Вносятся изменения в 209-й федеральный закон, это уже президент буквально вчера подписал проект,
о развитии малого и среднего предпринимательства, где все меры поддержки, которыми могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, распространяются на самозанятых. И здесь поддержка идет именно по региональным инфраструктурам. То есть, например, если через наш центр «Мой бизнес» самозанятый желает получить льготный займ, поучаствовать в обучающей программе, да, получить бесплатную консультацию, то он сможет, только зарегистрировавшись здесь, в Кировской области. А так, получается, немножко идет не... скажем так, права коллизии. То есть если он остается в Татарстане, то меры поддержки в региональном центре он из Татарстана не сможет получить, потому что он как физическое лицо прописан, зарегистрирован в Кировской области. Да, поэтому мы считаем, что это будет дополнительной мотивацией вернуться в Кировскую область для того, чтобы всем спектром мер поддержки, бесплатных для бизнеса, самозанятые наравне с предпринимателями, с юридическими лицами могли бы воспользоваться. Еще, Лариса Юрьевна, такой вопрос, наверное, последний уже, да? А можно в качестве самозанятого оформиться, перейдя с другого режима? Ну, то есть, условно говоря, там человек на патенте работал, да, и он понимает, что, в принципе, та сфера, в которой он работал на патенте, она подпадает вот под этот новый режим. Может ли он поменять? Может, ограничений таких нет. Если он по сумме укладывается, он нет наемных, он не является наемным сам, то есть без снятия статуса индивидуального предпринимателя он вполне может перейти в режим самозанятых. Вот, и еще... уведомить налоговый орган и, соответственно, пройти онлайн-регистрацию, не выходя из дома. Вот, еще важный вопрос. Для того, чтобы стать самозанятым, что человек должен сделать? Ну, то есть налоговая закрыта, сегодня утром проверяли. Да, да, поэтому вот можно прямо сейчас, вот, если кто-то из вас желает, скачать приложение «Мой налог». Значит, если есть ИНН, есть личный кабинет, то есть зайти через свой ИНН, через личный кабинет и зарегистрироваться в качестве самозанятого. То есть... Можно на сайте Федеральной налоговой службы сделать, не скачивая приложение «Мой налог», но в дальнейшем налоговая подскажет, как при регистрации скачать, потому что все расчеты идут вот в этом приложении. Понятно. Через портал госуслуг можно сделать, то есть однозначно без визита. И мы планируем вот в ближайшее время Министерство экономического развития совместно с Федеральной налоговой службой по Кировской области, с Управлением занятости по Кировской области провести учебу, ну, онлайн-учебу пока с учетом карантинных мероприятий, где можно будет, не выходя, скажем так, из дома, и онлайн непосредственно пошагово зарегистрироваться. Но даже... и сейчас это тоже вполне реально. Единственное, что стартует все-таки этот налог, этот проект в регионе с 1 июля. Да, да. Да. Спасибо. Поэтому в июне на сайте Центра «Мой бизнес» будет информация обо всех обучающих мероприятиях. Пошагово будем прямо обучать, как зарегистрироваться. Угу. Отлично. Спасибо большое, Лариса Юрьевна. Да. Это была Лариса Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Мы, наверное, чуть-чуть пораньше просто уйдем на рекламу и после подключим, думаю, Владимира Костина, наверное, вице-спикера ЗАГС Собрания. Будем созваниваться. Спасибо. Продолжаем дневной разворот. Дарья Пузлива, Анна Лапшина. Говорим о новом налоговом режиме. С 1 июля в Кировской области смогут регистрироваться самозанятые. Для этого нужно будет всего лишь установить приложение «Мой налог». Но это для тех, кто зарегистрирован в налоговой, да, либо на госуслугах, как я понимаю. Ну и будут обучающие семинары. Пожалуйста, следите на сайте «Мой бизнес», на сайте правительства наверняка тоже появятся анонсы, да, об этих онлайн-семинарах, на которых будут обучать и тех, кто только собирается еще, да, зарегистрироваться и выйти в легальное поле, и тех, кто уже работает, но, может быть, думает о том, не перейти ли на этот режим, да, будут обучать, как это сделать можно. Никаких особенностей в Кировской области нет, то есть все то, что касается самозанятых в других регионах, применительно и к кировчанам, точно так же вот Лариса Агалакова рассказала, да, то есть о том, чему нужно соответствовать, нужно самому, главное, самому производить товары, либо услуги и не зарабатывать больше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год.
это около 120 тысяч. Да, около 120 тысяч в месяц примерно, да, должен быть твой доход. Для Кировской области вполне себе такая реальная сумма. Владимир Костин с нами на связи, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Прошу прощения, немножко заставили вас подождать. Значит, смотрите, какая история. Насколько я понимаю, когда голосовали вот за введение этого режима на последнем законодательном, заседании Заксобрания, ЛДПР голосовала за. Да, все верно. Вы, ну, то есть, как бы видите в этом перспективу. То есть, это хорошая история, налог для самозанятых. Вы знаете... Не нужно воспринимать налог на самозанятых как новый налог, да, то есть обложить всех тех, там, кто еще за воздух не заплатил, условно говоря. Это дополнительная возможность. Uh-huh. Мы как раз налог на самозанятых рассматриваем с этой позиции, и на самом деле, если предположить, что мы в этом вопросе правильно рассматриваем ситуацию. Что есть налог на самозанятых? Это возможность максимально упростить начисление налогов тем, кто... не имеет крупного предприятия, работает на себя и получает не бог весть какой, но свой доход от своей какой-то деятельности. То есть налог на самозанятых – это возможность максимально упростить людям, которые хотят, так сказать, выйти из тени, возможность платить налоги официально государству. Другое дело, что, может быть, время выбрано не совсем верно, потому что мы с коллегами говорили об этом еще год назад, что не нужно уже дать людям возможность платить как раз налог на по принципу самозанятости, так сказать, упростить. К сожалению, год назад не были услышаны, сейчас вот правительство с инициативой вышло. Почему, к сожалению, так поздно? Потому что ввиду последних событий с пандемией, ввиду того, какие меры поддержки государство оказывает предпринимателям, рискну предположить, что многие захотят, как и они были в тени, так и остаться в тени для того, чтобы, ну, еще какое-то время налоги не платить. Здесь, конечно, позиция налоговой. Будет любопытно понять, насколько будут сурово применять какие-то меры воздействия экономического к тем, кто налоги привык не платить и еще решит подождать, при том, что вроде как возможность появилась. Ну, в общем, посмотрим по налоговой. Безусловно, позитивно оцениваем. Ну, смотрите, Владимир, вот как считаете, вообще многие люди согласятся, да, выйти из тени? Вот согласны вы с теми оценками, которые дает Министерство, да, эконом-развития, то есть в пределах там 2-3 миллионов рублей они ожидают получить с этого? Ну, вот те самые 3 миллиона рублей, о которых говорит Минэкономразвитие, это на самом деле уже, как мне кажется, попытка подстелить соломку. Эта цифра далеко не большая, абсолютно достижимый показатель. Другое дело, что, повторюсь, в условиях вот этих вот недостаточных мер поддержки, которые сейчас у нас в регионе, в частности, бизнесу оказываются, нужно предположить, что немногие захотят легализовать свой доход, выйти из тени и стать самозанятыми вполне официально. То есть, ну, рискну предположить, что 3 миллиона примерно реальная цифра, далеко не та, которую можно было бы, допустим, ожидать при принятии закона в прошлом году. Ну, смотрите, хороший, Владимир, а возможно ли как-то проработать этот вопрос там с точки зрения какой-то рекламы, я не знаю, пиара? Потому что вот если сейчас посмотреть по соцсетям, то да, настроения какие-то примерно вот в духе, что это некая дополнительная там кабала, да, при этом ну, как-то почему-то за скобки выносится, что эти люди, по сути, ведут незаконную деятельность, да, то есть это не то, что к тебе добавили сверху какой-то налог. На самом деле есть две категории людей, то есть есть люди, которые ничего не платили и полностью сейчас, ну, в черной зоне, что называется, а есть и люди, которые, например, на другом режиме сейчас находятся и могут вот этот режим использовать для экономии. Их, наверное, поменьше все-таки, чем тех, кто в серой зоне. Ну, вот если необходимость в какой-то именно разъяснительной работе, то есть, возможно, это поможет кого-то вывести из тени, а кому-то помочь вот сэкономить на смене налоговых режимов. Самая хорошая реклама в этой ситуации – это поведение государства. Да? Если человек вышел из тени, платит налоги, а мы можем вспоминать, да, в начале 2000-х, сколько предприятий платило зарплаты в белую, ну, наверное, там близко к погрешности вот эта цифра, да. Сейчас же многие привыкли к тому, что зарплата в белую – это нормально. Да, есть там серая зона, когда часть выплачивается в белую, остальное в конверте, но, по крайней мере, сделать так, чтобы там работники были очень учтены, но это уже там подавляющее меньшинство. И сейчас, опять же, мы смотрим на поддержку государства. Вышли люди из тени, платили, поддержки нет. У многих резонный вопрос, а мы, простите, за что платили? Вот не для того ли как раз, чтобы нас сейчас поддержали? Поэтому в рекламе особой не вижу никакого смысла. Думаю, что
самом крайнем случае, там, если уж о чем-то и говорить, то говорить о разъяснительной работе, вот да, ее, наверное, нужно усилить, и здесь слово за как раз экономическое развитие и налоговое. Благодарим. Владимир Костин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, был с нами на связи. Спасибо. Да, спасибо большое. Но пока вот позитивно оценивают. Я смотрю, есть ли подводные камни, мне интересно. Но не может же такого быть, чтобы наше государство сделало предпринимателем. Это я сейчас не свои мысли транслирую, это я вот то, что там сделала такой подарок. Чего всем можно, например, опасаться? Да? То есть ты приходишь на ставку в 4%, а спустя какое-то время, когда все вышли из сумрака, государство говорит, ага, теперь будет 6,8, а не 4,6. Ну да, что-нибудь. Ну может такое быть, да, конечно, это у нас история такая, она постоянно у нас случается, да, то там у нас поднимается. Вот, ну и на самом деле вот интересную мысль, да, тоже Владимир Костин сказал по поводу каких-то бонусов, каких-то мер поддержки, да, для тех, кто перешел там в новый налоговый режим. Соответственно, если ты стал самозанятым, а до этого ты был никем, и тут для тебя вдруг появились какие-то там преференции, и то вот о чем говорила Агалакова по поводу каких-то льготных кредитов, еще чего-то, то это, наверное, да, тоже плюс. То есть это для тебя возможность не только легализоваться, но и возможность воспользоваться какими-то там дополнительной помощью, даже если это кредитные какие-то средства. То есть получить еще то, что я там обратила внимание, как я понимаю, человек, который все-таки вышел в легальное поле, он может без страха, например, рекламироваться. Да, в тех же там изданиях и прочее. То есть он может свою фирму как-то светить, да, он может вот эти же ярмарки там и да, прочее. Кстати, да, кстати, потому что я, знаешь, тут недавно слышала историю о том, у меня приятельница решила заказать торт, она пришла к девушке, которая эти торты делает, и вместо распростертых объятий получила напряженный вопрос: «А вы кто?» Угу. Вы откуда про меня знаете? Ну, да, то есть откуда я работаю знали? Только со своими. Ну, то есть только со знакомыми, понятно. Татьяна Максимчук с нами на связи, основатель и руководитель компании «Бухгалтер Я». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ага. Татьяна, мы вот тут все пытаемся найти какие-то подводные камни для тех, кто станут самозанятыми. Кто решится, да. Есть ли они, или это действительно вот тот редкий случай, когда хорошо может быть и государству, и бизнесу, налогоплательщикам. Как бы, да, гражданам, которые бизнес маленький. Нет, на самом деле, конечно, подводные камни есть у этого режима. Могу назвать сразу же. Сам первый – это то, что нет никакого пенсионного стажа. То есть так как отсутствует перечисление в пенсионный фонд, то ни о каком пенсионном стаже речи, конечно же, не идет. Из этой ситуации как-то выйти можно из этой ситуации? А если делать какие-то отчисления, стаж будет или будут только отчисления? Как это работает? Нет, безусловно, можно вступить в добровольные правоотношения с пенсионным фондом, платить в год, ну вот сейчас это 32 тысячи в год, 2448, соответственно, с этим вопросом проблем нет. Другой вопрос, что у нас люди не очень относятся к этому достаточно серьезно, к пенсии, да, поэтому я думаю, что большинство самозанятых не станет даже вступать в добровольные правоотношения, потому что, по сути, и преподносится этот режим как то, что здесь нет фиксированных страховых взносов в пенсионный фонд к УИП. Угу, угу. Ну, мне кажется, может быть, тут еще проблема не в том, что люди безответственно относятся к пенсии, а в том, что не очень доверяют структуре там, пенсионного фонда. Да, да. Да, Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот эта история с тем, что нет пенсионного стажа вообще никакого, она по нынешним нашим там законам, она чем может обернуться? То есть человек вообще не получит никакой пенсии или он получит минимальную какую-то пенсию? Ну, и, откровенно говоря, я не очень сильна в нашей пенсионной реформе, которая нынче... Еще постоянно меняется? Да? Меняющаяся, да, вечно. Да. Насколько я знаю, там, если не хватает пенсионного стажа, они, по-моему, позже выходят на пенсию, если я не ошибаюсь, на лет 5, и, возможно, какая-то социальная пенсия будет. То есть вот такого плана. Еще какие-то, еще какие-то моменты нужно учесть, о чем подумать, прежде чем... Регистрироваться. Да. Да, смотрите, то есть у нас сейчас многие наверняка работодатели будут с радостью переводить, скажут своим сотрудникам, а давайте мы сейчас всех уволим, да, и вы мне сейчас будете оказывать услуги уже как самозанятые. Ну, то, что раньше СИП было. Да, на самом деле по закону в течение 2 лет своему бывшему работодателю нельзя оказывать услуги как самозанятый. О! То есть это не будет облагаться по этому налоговому режиму. Ага, ну то есть, получается, закон в этом плане обезопасил людей, по большому счету, да, от того, чтобы их не шантажировали этим переходом.
Да, все верно, все верно. То есть 2 года нельзя будет оказывать услуги как самозанятый. Ну и еще один такой нюанс, он скорее связан с тем, что если вы, например, хотите быть в статусе самозанятого и оказывать услуги юридическим mm-hmm. лицам, да, то не нужно забывать, что налоговый режим – это налоговый режим, а договора, договоры и акты – по сути дела, гражданский кодекс у нас никто не отменял. Если вы будете работать с юридическими лицами, которым нужны подтвержденные документальные расходы, да, для подтверждения mm-hmm. снижения налогов по налоговому кодексу, то без актов никуда. Либо без договоров. Но это уже чисто такие юридические тонкости. То есть не бывает такого, что я самозанятый, и я вам никакие документы не должен предоставлять. Все? Нет, на самом деле должен. Это не так. Если вы, конечно, не очень крутой мегаспециалист, за которым за вас очередь за вами стоит, то, соответственно, скорее всего, будет выбор сделан в пользу тех ИП, например, которые предоставляют полный пакет документов. Еще, Татьяна, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки вот наши власти рассчитывают на то, что в Кировской области теперь вернутся те предприниматели, которые перерегистрировались в пилотные регионы, что называется. Это действительно так? То есть есть основания у них полагать, что люди с режима самозанятых условно в Татарстане перейдут на этот же режим в Кировской области? Это удобнее для них будет? Я думаю, что да. Я слушала выступления предыдущих коллег. Я думаю, что да, они будут перерегистрироваться, потому что, по сути дела, те, кто сейчас уже имеет этот статус самозанятых, то есть это те люди, которые добросовестно относятся к законам и хотят работать в правовом поле. И, конечно же, если они телом вот присутствуют, да, месте нахождения деятельности, это регион Кировский, то им, тем более, это не составит большого труда в приложении, то есть там все очень интересно, mm-hmm. понятно и просто. Я думаю, что они перерегистрируются. Потому что трудозатраты маленькие, а выгод все равно наверняка будет больше. Татьяна, смотрите, вот на ваш взгляд, есть ли смысл, ну, возможно, не сейчас, да, там не когда это на уровне все пилотного проекта, а в дальнейшем все равно делать какие-то поправки на региональность? То есть, возможно, там у кировских предпринимателей, будущих самозанятых, должны быть какие-то учтены нюансы, специфика региона, даже вот по тем же самым 2,4 миллиона рублей, то есть для Кировской области ок, там для той же самой столицы, наверное, странная сумма. Да, вы правы. Нет, безусловно, конечно, хотелось бы, чтобы на региональном уровне было больше поблажек с учетом все-таки региональности, да, скажем так, тавтология небольшая. Вот. Но я думаю, что пока на данный момент ставки довольно-таки неплохие. И 6% выбрано не случайно, потому что иначе не будет для людей интерес работать с ИП, если были бы ставки ниже, все бы ушли с ИП. Поэтому при работе с юрлицами ставки уравнены. Поэтому я думаю, что пока об этом очень рано говорить. Единственное, что хочу свою ремарку сделать по поводу ставок налогов, которые все боятся, что будут повышать. Сейчас в законе прописано, что ставки не изменятся до 31 декабря 2028 года. 28-го, да? Да. Угу. 8 лет впереди. Это все понятно. Спасибо большое, Татьяна. Да. К сожалению, пора нам уже завершать. Это была Татьяна Максимчук, основатель и руководитель компании «Бухгалтер». И я. Ну. Да, мы сейчас делаем перерыв. Через 15 минут вернемся снова. Еще продолжим про бизнес. Про общепит поговорим.